Первое, с чего мы начинаем, мы соединяем наше пюре с тремолином и со всеми остальными сахарами. Нам нужно это нагреть, но не кипятить, примерно 85 градусов. Сюда же добавляем лимонную кислоту. Отправляем все это в микроволновку, а также нужно растопить шоколад и какао-масло до 35 градусов. Шоколад растопили, добавляем к нему какао-масло. Соединили какао-масло и шоколад. Все у нас уже это растоплено. Если у вас, как у меня, получилось где-то комочками, ничего страшного, потому что, когда мы будем блендерить, все это у нас уйдет. Ну и под воздействием температур тоже расплавится. Переливаем. Добавляем пюре с сахарами и лимонной кислотой. Перемешали и блендерим. Наша задача сделать гладкую, ровную, блестящую эмульсию. Добавляем сыр. У меня уже здесь заранее нарезанный камамбер. И проблендерить еще раз.
убираем остатки. Убираем все под пленку в контакт.